Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! 86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей. Звезда советского кино Наталья Фатеева с трудом передвигается по квартире. Вместо родных и близких женщина получает помощь от чужих людей. Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева оборвала все связи с родственниками и друзьями, ни с кем не поддерживает контакты, не желает общаться даже с детьми. Проблемы с суставами серьезно осложняют жизнь знаменитой актрисы. Костыли стали для нее неотъемлемым вспомогательным средством при ходьбе. Поскольку состояние 86-летней звезды оставляет желать лучшего, она наняла домработницу, которая живет с ней, решает бытовые вопросы и занимается хозяйством в пятикомнатной квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Сиделка появилась дома у Натальи Фатеевой недавно, месяц назад. Она получила работу по рекомендации знакомых артистки. В пандемию знаменитость жила совсем одна, пытаясь справиться с навалившимися проблемами. Домработница актрисы рассказала, что Наталья Фатеева старается выходить из дома и в магазин, и на прогулки, несмотря на трудности передвижения. Время от времени в квартире актрисы появляется Сергей Моцар, помощник Барри Алибасова. Мужчина подвозит кинозвезду на машине, когда ей необходимо преодолеть большое расстояние, и оказывает пожилой женщине посильную помощь. Поговаривают, что Сергей положил глаз на имущество Натальи Фатеевой и хочет получить квартиру артистки в наследство. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!